Всем здорово, всем привет. Сегодня, в общем-то, хотел показать вам, до чего доездил свой мегатранспорт. Вот, вы же в курсе, что занимаемся привязкой ключей различных. Можно на расстоянии, кстати, все работы делать. Пин по вину, пин по дампу прошивки. В общем-то, и мощник отрубить. Ну и, в общем-то, все программно-аппаратные дела. Ремонт блоков управления, краш погасить. Все программно-аппаратные дела. Также курсы проводим по обучению по иммобилайзерам. Но хотел рассказать не об этом. Хотел рассказать, что, в общем-то, свой автос, выезжая к машинам, доездил до мегаатомного состояния, все по электронике, по мотору исправлено, понятное дело, в хорошем состоянии, а вот кузовщина пострадала. По этой причине едем к хорошему мастеру. Он посмотрит, до чего мы довели нашу машинку. Вот такая Mitsubishi, надо будет сделать. Днище, потом пороги. Видна земля, как говорится. Ну вот пока пришли к этому, потому что... Я картон подпырю. Ну, убери, конечно. Вот эту тоже часть надо убирать. Пока вот так. Вот сколько земли возит Mitsubishi, когда вовремя не сделать. Внутряночка уже собрана под домкратники. Все остальное тоже еще один под домкратник. Теперь просто одеваем наружу порог. То есть вот так. Пока вот так вот. Вот до чего я ее доездил. А то, что этот мастер исправит, уже посмотрим в ближайших видео. Так что подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. Внизу в комментах пишите свое мнение. Также дам телефон этого мастера. Надеюсь, сделает он все хорошо. Да? Ну, в общем-то, до скорых встреч. Пока-пока.